Режиссером сериала «Магомаев» стал Олег Асадуллин, известный как режиссер сериалов «Закрытая школа», «Корабль» и другие. Съемками сериала занимался Первый канал при поддержке бизнесменов Эмина Агаларова и его отца Араса Агаларова. Тамара Синявская, вдова легендарного Муслима Магомаева, выступила в качестве консультанта сериала. Съемочный процесс проходил в Баку, Москве и Зеленограде. Например, Дом культуры Зеленограда стал в картине Горьковским музыкальным театром, а префектура Зеленограда стала обкомом Горьковской области. Главную роль сыграет известный сербский актер Милош Бикович. Вот что он рассказал в своем инстаграм о перевоплощении. «Для меня это большая честь играть человека такого масштаба».